Чатик, здорово, Кухай, привет. Сегодня потенциально мы будем качать новый билд. Fog you, boy. Но это потенциально. Рапирочку попроще купил, кстати, поскольку нужно сам like currency for our next build. Привет, извини, что не могу смотреть стрим полностью, пока работа душит. Блять, ничего не знаю, блять. От работы нахуй отказываешься, блять. Смотришь нахуй мои стримы, блять. Че за хуйня, блядь, не понял. Любой уважающий себя начальник, блядь, когда видит, что идет стрим-ламчи, блядь, они нахуй берут, такие, ребят, базара ноль, если вы ламчик смотреть, можете не работать, блядь. Я на вопрос по железу не отвечаю. Все есть в интернете, во всем можете разобраться сами, все доступно, все, блядь, подробно обо всем рассказано. Пал, завали там все. Хуя вас тут... Тебе в чате задали вопрос, почему ты используешь Devota? Они говорят, как же 40 входящий, но как же без этого? Просто такие челы очень любят делать берсерков с Абиссусом, потом умирают от белых мобов, ну просто от тычек белых мобов, и такие, блять, вроде нормально засетапил. Хм, а че-то умираю, блять, хую, тупая игра, блять. Но чел, ладно, насаживаешь, который днем, так что фармить безопасные мапки. Не больше одного урона, чтобы на мапе было. Все. У тебя будет очень мало лута, но ты суперстабильно будешь качаться. При этом очень дешево. Даже не просто дешево, ты вообще ничего не будешь тратить. Блин, а почему я дот получал? Я не стоял в лазере. Я не стоял, блядь, в лазере, чел. Вау. А, ну, извините. Вау. В принципе, вау. Давай, давай, хватит урона, давай, 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 блядь. Сука. Да, да заебал, да куда нахуй кеос, на. Е, перчаточки, бля. О, пог, меч! Меч выпал, чат. Нихуя. И, возможно, сегодня покачаю какого-то лукаря, не знаю какого, наверное, матиловскую парашу с думфлечем. Потому что у меня к думфлечу особое чувство, к этому луку, понимаете? Я начинал играть в пояс с этим луком и закрывал весь контент. Но думфлеч нерфили, но мне похуй. Может быть, что-то будет. У меня, блядь, отличное просто настроение. Хочу поделиться с вами этим настроением. Ко мне сегодня приехали друзья. Я был очень рад их повидать. Мы тут еще на днях снова загостимся. Вообще заебись будет. Почему левел вообще не идет? Так это 98-й. После 95-го левела левел идет очень трудно. Всего левелов в игре 100. Он идет просто, он супер медленно идет. Чтобы опыт шел хоть как-то, блять, нужно бегать крутые инстансы, которые стоят денег, блять. Ага, что там пробовать? Так понятно, зашквар, блять. Нарезок хватает вполне. I wanna be your illusion. Illusion. Даже здорово. Да. Сука, конча, блять, обрыганная. Как же ты заебал. Хорошо, что у меня есть два братка, блять. Спиннера хуля, которые тебя ебали нахуй. Не, морф вообще не проблема. Морф вообще не проблема. Если застапить крутой сингл таргет, вообще похую. Он тупо спавнится и сразу умирает. При этом за собой спавнит кучу мобов. Ну, блекло все равно чатик, да, согласитесь? Какая-то лига прям, ну, такая. Лишка. Ну. Во, кстати, перчатки купил за 8 экзиков как раз под билдец, который я хочу сделать. Здорово, когда в Тарков? Сразу зайду в Тарков, как играли лизница, блять, мгновенно просто. Никогда? На нахуй, изи. Пиздец, вообще не почувствовал. Я тупо лежал на полу и выебал его нахуй. Я умираю. Я умер. Прикольный, да, босс? А хуй знает, почему умер, он, блядь, ни одной атаки не кастанул.
Тимурик Фанфурик. Понял, я сначала не поверил своим глазам, но поближе. Здорово, Евгений, как дела? Отлично, замечательно, просто сногсшибательно, потрясающе, великолепно, бесподобно. Значит, супер был зафейлил, нет? Конечно, зафейлил. Я сделал, короче, лучника. Был 85 левел у меня, и у меня на нем было 2500 хп. И я сидел такой, блять, а как настакать хп больше? А у меня, короче, вообще нигде не было хп на шмотках, просто нигде. Я такой сидел, блять, откуда же хпшечку настакать, блять, непонятно, нахуй. Ну, соответственно, эвейжена вообще не было, армора тоже не было. Я не понимал, как меня, блядь, белый моб шотает с обычной атаки. Но сейчас нормально. Да, бесполезно против метаморфа какой-то деф собирать. Бесполезно. Вообще, блядь, не важно. Ну, самое главное, это урон. У тебя было дохуя урона, блядь. Либо ты шотаешь метаморфа, либо он тебя, блядь. Вот так вот берешь. Метаморф, охуяк, все, Адамир. Быстро убиваешь, а равно все, заебись. Один в один, как ты сказал, сделать, добавил на рецептор год, здоровый момент, три любых органа может поменять на нее случайно. Так я, блядь, я Path of Exile пророк уже, блядь. Я уже наперед знаю, что кто будет делать, блядь. Я летом говорил о том, что было бы логично Grinder Gear Games выйти на мобильный рынок. И что же? И что же случилось спустя несколько месяцев? Блять. Потому что поезд Макрузе есть кайф лут, а... Нет, такого нет. Потому что первым это зарегистрировали Activision. Челы, ну, типа, в ГГГ работают челы над игрой, а не над, блядь, бизнесом. Вот видно, что, блядь, игру любят, блядь. Да, есть много чего неудобного, там, много чего кривого, блядь, но над ней работают, и это видно. Больше ничего не надо. Все допилят, все доделают в POE 2. Там точно все будет заебись. Че, так нравится POE? Охуенная фармилка вообще. Обожаю ее. В этой игре получаешь реально удовольствие от процесса. Тут нет никаких стрим-снайперов, нет никаких уебков, блядь, которые тебе будут руинить. Нет ничего, блядь, такого. Ты просто фармишь челов и все. Тебе по кайфу. И просто по кайфу. Со стороны тебе может показаться, что это, ну, что-то бегает, тупо мобов убивает и все. Но за всем этим стоит огромная куча всяких механик, хуяник, блядь. Оу. Оу. Look at this deeds. Значит, седан с клоуни, играешь в Лиги Стартуш? Ну, вообще, да, получается так. Не знаю, это самый легкий стартер, пиздец. Тупо крутись, как еблан, блядь, и все будет. Че, дед, блядь, давай пиздиться будем. Конечно, ты очко свое откроешь, блядь. Одобря. Так, приготовьтесь к нереальному ДПС, блядь. Mind-blowing DPS. Дед, ну вот нахуй так делать? Сука. Да, охуенные две фазы, просто супер. Сюда перчики, блядь. Ну сейчас точно будет ДПС, пиздец. Я, блядь. Ну почему он так делает, блядь? Почему? Сколько может стоить? Чат, ваша цена. Сейчас тебе на просекают, братан. Смотри-ка, Deathless, блядь. Ёбаный рот. Здорово. Ну, дабл мод, видите, Purity of Lightning, дабл, ну, 1000 экзов, 100%, блядь. Не понял сейчас, блядь. Подожди, не понял, нахуй. Почему? За что, блядь, люди реально дауны? Этот мод хуйня полная. Это хуйня полная, блядь. Суть-то в этом. Нет, ни хуйня, ну объясни сам, потому что ты задр больше, чем я, очевидно. А, главное брать пирсинг. Ага. Ну, это меняет. Посмотрим роллы. Топовый cold dress. А топовый cold damage что, attacks? Топовый ES. Ебать. Чё там, нашелся кто? Нету покупателя, сука, Минсмир, блядь. Я чую, сколько такая хуйня стоит? Таких нет, блядь, на рынке, я уверен. Нету, блядь, нету. Я его, наверное, сам поюзаю, но пока вот так поставлю. Даже здоровье. Матиловские гуиды. Берем. Path of Bombsh. Это чё, блядь, у него тут вкачано нахуй такое? Это чё, блядь, такое вкачано нахуй? Не понял. Бать.
Ебать, он во все тяжкие пошел, блядь. Ебать, у него хуйня тут взята, конечно, полная, блядь. Вау. Insane price, dude. Шмотка хорошая. Блядь, а ее же можно покоптить тогда. Ее же тогда можно покоптить. Не, Лорвив хуйня. Лорвив почему хуйня? Потому что хуйня ебаная. Ну, блядь, ну хуйня же полная, ебаный рот. Кто, блядь, в Лорвиве бегает в 2020 году? Не, Матил, понятно, хуй с ним. Я в Шрауде смогу настакать нормальное количество хп. Потому что вот, и потому что вот. Так, ну чё, играем, пацаны? Собираем левелинг шмотки и попробуем разыграть эту ветку. Дом Флеч, Рейдер. В принципе, должно получиться нормально. Есть бараш скилл гем, а есть бараш саппорт гем. Интересно. Прикольно, да, хай вот. Это платный хайдаут. Если стел не было 200. Возьмем. Здесь будет. А ты сколько получается прожектайл будет? 3 плюс 4. Бать. Просто пулемет, блядь, такой. Короче, я видел где-то хорошее. Я смотрю только урон. Давай вот это напишем. Может проснется, увидит сейчас. О, блядь, 5 иксов нахуй. Как рванет, блядь, за компьютер. Блядь, точно, забыл изюминку. Изюминку левелинг хуйне. 7 степы, блядь. Так, только вот без этой хуйни все надо. Рома Спектр в бой, блядь. Не торопимся особо. Но нахуй. Но, сука. Но, ебать. Гори, блядь. На коробке ебучие. Хуя его раздамаживаю, пиздец. Так, это все нахуй разбить. Оу, we have недостающий piece of gear. А чё, почему прожектайла не видно? Не понял. Хочу красивый прожектайл, блядь. Ой, бать. Ну, красный жестче, красный жестче. Бля, мне уже нравится играть. Ох, ебать, полетели. Но, пулеметчик, блядь. Жопострел, блядь, ебаный. Ебать, расстрел, блядь. Ебать, расстрел, ебаный. Ой, ебучий кудук он, нахуй. Здесь нет тотема в чате, блядь. Никого не обидел, мало ли. Какая-нибудь, блядь, тотем плюс организация, блядь. Захуярит меня тоже. Ты чё, с уклонером рипнул? Вот, ну, персичек чаем. У нас в коре оказывается, если 200 раз умираешь, то персонаж исчезает нахуй. У меня исчез вот. Почему я слышу Warface? Прислушайтесь. Сука. Нет, не убивай. Ай. Ебать, у неё хп, конечно. Это парис, это фло. Это парис, это фло. Это парис, это... Блять, макаки еще преследуют. Нет! Изи, бля, похавать захотелось, сука, ненавижу, блять, организм, тело, блять, человеческое, блять, слабое, блять. Постоянно требующие ресурсы, блять. На циклоне на 105 взял. 105 левел, заебалось скачаться уже. Слишком жестким себя почувствовал, решил новый билд сделать. Ну-ка. Блять, думал впитаю, но не пошло, чат, не пошло. Бараш есть. Бараш. Наверное, ты про бараш, который бараш, а не про бараш, который бараш. Ебано, что-то сейчас так тупорыло оговорилось, но мне что-то так смешно стало. Она что-то говорит, на подтверждение адреса, и такая хихимки, я что-то за этой хуйней. Блять, ну тупая же хуйня, пиздец, почему я с этого проорал, блять, с хихимок, блять. Может, как пролились в ВК, залить или он на этой платформе? Чего? Чел, смотри, как это делается. Заходишь на Last.fm, чекаешь, что тебе надо, копируешь название и вставляешь куда угодно, хоть себе наебало, блядь. Какой нахуй ВК, блядь? Нахуй вообще нужен ВК этот ебаный обосранный, блядь. Давай, на характере, блядь, давай. Ло, блядь. Нихуя ты как умеешь. Ого, нихуя, ты столб разъебашила.
Такую же себе дверь в хату поставлю. Уже поставил. Понял. Это если чё, капрезов на актах. Мы терпим поражение, чат, отступаем. Да, блядь, чё так больно-то, ёбаный? Чел, блядь. Умри, а. Логаут. Хули, на хардкоре траю первый раз, блядь. А, из суффиксов, ну, криты. А, атак спид. Не-не-не, атак спид. Атак спид quality. Чего? Какой 8-10, Таня? Ну, 8-30, давай, пожалуйста. Я тебя так отъебу, пиздец, вообще визжать будешь, нахуй. Придется, блядь, опять укладывать. Давай, Таня, пожалуйста. Экзольд. Всю энергию, блядь. 129. 120, ну, это, в принципе, неплохо. Ну, 20-30. Все, отлично. А еда где моя? Я, короче, чат. Короче, решил первую книжку написать. Она будет называться «Как любить и ненавидеть одного человека». Ну да, еды, блядь, Таня. Это не еда, блядь. Это динозавр ебущий, блядь. Хорошо же он сдох, блядь. А то они бы нас нахуй жрали, блядь. Спасибо, метеорит, блядь, что ты разъебал нахуй их. Просто, блядь, благодарю. Подожди, а почему метеорит разъебал летающих динозавров? Какого хуя? А, блядь, не то я. Ну, дай что-нибудь перекусить, хотя бы один бутик сделай. Ну, один бутик, пожалуйста. Ну, Танечка, я так хочу кушать. Не трольбась меня, пожалуйста. Капрезов, напомню. Нормально пиздерит. Ааа, блядь. Хуя, блядь, ты чё? Ебанутая. Ай, ай, сука. Я тебя добью, блядь, паскуда ебаная. Как она начала? Да, хардкор, соло селфаунд. На лакиче прокнула, значит, та была. Сервитут на 48 алрезов. Вот, Doomfletch же призом получилось сделать. Drill Neck, 7 степы. Немножко повезло. Красиво, красиво. Ебать, он их выпуливает. Нормально, нормально. Респект, респектабл дэмэш. Ебать, он считал. Уф, мир, блядь. Блядь, ебать, крутая атака, пиздец. Ладно, ребятки, я на сегодня все. Поиграли, в принципе, как всегда, супер плотно. Спасибо вам за компанию. Счастья, здоровья, благополучия, доброго вечерочка. Пусть у вас все будет заебись. Завтра продолжу качи этого персонажа. Спасибо. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.